Доброе утро всем. Вот бананчик и Ева. Банан и Ева. Вот так вот. Завтракают, занимаются. Зарядка у них. Такие еще обои. Фотообои. Пугайчики. Наконец-то мы вышли в наш мусор. Тут коробки от пиццы. Вот сюда мусор, мусорные баки. То завтракаем, то обедаем. Никак не выйдем, никак не соберемся. Жарко на улице сегодня. 30 градусов. 31 где-то так. Так, Максим у нас там закрывает все окна. Ну, чтобы ничего, не дай бог, не упало с чужих окон. И собирается, мы его ждем. Тенечки здесь. У них получается юго-восток. Утром было солнышко, и оно днем. Короче, весь день почти солнце. Девчонки там тикток он снимает. Бабочки летают. Хорошо здесь у них. Вот прям вот райончик вот этот прям вообще класс. Максим говорит, здесь ничего строить не будут. Дом не воткнут. Какие-то будут постройки типа развлекательные или что-то. Ну, это хорошо. И здесь же строят вот, где Максим жил, там в Подмосковье, сейчас вам покажу. Там строят мост дружбы. Будет соединять Москву и Подмосковье. Был уже губернатор Воробьев, с ним встречались, уже одобрили план. И уже началось строительство с мая месяца. Я наблюдаю в пабликах, что уже начинается там все. Завозят, равняют, уже скоро-скоро, в следующем году будет закончен. Здесь будут облагорожены два озера. Через одно будет мост. Будет лодочная станция, на лодке можно покататься по озеру. Шашлычная зона. Что-то еще такое, знаете, вот, ну, для, ну, видно, кафешки, вот это. И будет очень даже неплохо, потому что тот район, самолет, много людей там приехало, много домов построено. И людям добираться до метро, представляете, как это вот, маршрутками они едут через нас и туда дальше к метро. Очень, ну, где-то минут 7-10 на маршрутке. А пешком они ходят, некоторые, представляете, ходят пешком. Они ходят там вдоль озера. Была очень сильная грязь весной. И очень ждут этого моста. Они очень ждут этого моста. Максим говорит, надо съесть, хоть посмотреть, говорит, что там самолет. Я говорю, что скучаешь по своему району? Он говорит, ну интересно, будем ходить, говорит, туда все равно. Они с этой стороны будут ходить, смотреть, гулять. Так. Ждем, ждем Максима, ждем. Тенечком здесь хожу, скрываюсь. Аленка качается в качельках. На качелях качается. А я Максим говорю, Максим, у вас вот здесь фонтан. Фонтан. Вот здесь корт, и там фонтан. Вот у этого дома. Тоже такой же рыженький, как у Максима дом. И я говорю, там вот этот фонтан вечером с подсветками показан. Он говорит, да ты что? Я говорю, вот. Я говорю, а ты знаешь, что здесь теннис играют? Знаю. Знаю. Так, они здесь живут с конца декабря 23-го года. И ясно, что зимой они здесь ничего этого, как бы, ну, весна, весна уже, сегодня уже июль. И не все здесь, окрестности, ну, что, работают. Такая жизнь, как бы, даже вокруг себя не знают, что есть. А вот он сказал, ну, они здесь не ходят. Здесь, во-первых, магазинов нет, если куда-то идти. А это сделано для детей. Ну и для отдыха, естественно. Вот. Лето продолжается. Жаришка опять наступает. Но, знаете, такая жара приятная. Не 35 будет, 30-28. В Тольятти, конечно, мы умирали от жары. 35. Это, ну, просто ужасно.
фонтанчик вот такой вот деткам. Вот радость-то. Станция метро Нижегородская. Ласточка. Ласточки. Вот на третьей диаметре. За бортом больше, не 24. Беременна женщина. Станция метро Ботанический сад. Мы хотим вот в такой парк сходить. Парк Хуамин. Улица Вильгельма Пика, 16. Боже, как все сложно, но меня ведут дети. Гостиница. Hotel Moscow. Так, идем мы в такой парк. Парк Хуамин. Надо ложить. Ух ты, мозаика какая. Там лотос, да? Это лотос? Стрекоза. Лотос там вообще супер. Это лотос. Рыб не видишь? Вижу, вон рыба плавает. Она же. Угу. Темная, я почему думаю, красная будет. На поверхности. Классный парк Хуамин. Хуамин. Пахнет этими травами. Клевером пахнет. Так приятный такой запах.
все фотографируют, снимают. Просто камыши горячие, все такое. А здесь тоже, наверное, эти лотосы. Вон белые даже есть. Белые лотосы. Так как рядом деловой центр китайский, сделали вот такой вот парк. Гуляют люди неспешно, отдыхают на лавочках. Давайте охладимся. Сейчас он точно забольет, он не видит, что делать. Вообще трава такая прям сочная-сочная. Эти камни интересные. Хорошо, вот такие настилы. Мы по земле не ходим. Крапив даже есть. Прям хорошо здесь, как в лесу, в этом парке. Хочется еще сфотографироваться там, где мозаика, где мы заходили. Потому что в основном здесь вот такие вот дорожки. Конфуции, вот мы подходили. Так, и особо-то, ну и пруд, и дорожки. И все, и вон там забор уже. А погулять здесь приятно было. Прохладненько, так хорошо в тени. Так, а теперь мы из Хуамина, из парка китайского, пришли в парк будущего. Посмотрим, что здесь интересное. Загорают, что ли? И с собачкой тоже. Да, они загорали с собачкой. И вот еще один собачулька. Корги маленький. Пупсик. На травку хочется, ему жарко. Ребенок. Ребенок. Да, там красиво. Гортензия. Папа.
ты сладенький. Расширение. Черный лебедь. И кувшинки вот здесь желтые. Строительство идет, шумит. Нарушают покой. Тут что-то перебродили. Так, а здесь кто? Утки. А, нет, это, наверное, или гусята, или лебедята маленькие. Они хотят переплыть. Куда? Через сетку. Вам только нырять, ребят. Семейство лебедей. Детятки с мамой. Кормушка ныряет. Нырнул, достал. Молодец. Купили водичку холодненькую, охладились. Мытищинские источники. Вот нашли фонтан. Приятно гулять в этом парке, как в лесу, воздух. Везде все поливают, везде все. А газонокосилки такие прям ездят даже на них. Летний дуб, липовая аллея. Сейчас такую жару только в таких парках гулять. Какая красота! Вот какие клумбы красивые. Розочки-то мелкие, да, это розочки.